Тема лекции – актуальность планирования в современных условиях и роль бизнес-планирования в его совершенствовании. План лекции включает первое – бизнес-планирование в условиях рыночных отношений, и второе – бизнес-план – целевой программный документ. Сущность и место бизнес-планирования. Под бизнес-планированием понимают процесс выработки действий по достижению целей предприятия или компании. Основная форма бизнес-планирования – это составление бизнес-плана. В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и давно создаваемых для действующих организаций и используется во всех сферах предпринимательства, независимо от масштабов, формы собственности и организационно-правовой формы организации. В условиях рыночной экономики владение искусством бизнес-планирования для руководителей предприятий становится крайне актуальным, что обусловлено следующими причинами. В казахстанскую экономику входит новое поколение предпринимателей, многие из которых не имеют опыта управления предприятием и поэтому весьма смутно представляют себе все ожидающие их проблемы. Современным руководителям предприятия также не хватает знаний и опыт организации предпринимательской деятельности. Изменяющаяся рыночная среда ставит опытных руководителей предприятий перед необходимостью по-иному просчитывать свои действия на рынке, готовиться к такому непривычному для них занятию, как борьба с конкурентами. Рассчитывая получить иностранные инвестиции для подъема национальной экономики, предприниматели должны уметь обосновать свои заявки и доказывать, что они способны оценить все аспекты использования инвестиций не хуже, чем бизнесмены других стран. Бизнес-план обосновывается общие и специфические детали функционирования организации в условиях рынка, выбор стратегий и тактик конкуренции, оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей организации. Бизнес-план призван помочь руководителю решить следующие основные задачи, связанные с функционированием предприятий. Определить конкретные направления деятельности, перспективы рынка сбыта и место на этих рынках. Оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары и услуги, чтобы определить потенциальную прибыльность проекта. Выявить соответствие кадров организации и условий мотивации их труда требованиям по реализации поставленных целей. Проанализировать материальное и финансовое положение организации и определить, соответствуют ли ее ресурсы достижению намеченных целей. Просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению бизнес-плана. В практике бизнес-план выполняет 5 функций. Первая функция – это возможность его использования для разработки стратегии бизнеса. Это необходимо в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности. Вторая функция – это планирование, что позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы. Третья функция – позволяет привлекать денежные средства, то есть инвестиции и кредиты. В рыночных условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект. В этой ситуации банки предпринимают целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских гарантий, реального залога и другие. Но решающим фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана. Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологий возможно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период времени. Пятая функция – это путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления бизнес-плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих действиях, скоординировать усилия
создать мотивацию достижения цели. Существует два основных подхода к разработке бизнес-плана. При первом подходе инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план, а методические рекомендации получают у специалистов, в частности, у возможных инвесторов. Согласно зарубежной практике, данный подход является более предпочтительным. Кроме авторов концепции, заложенных в бизнес-плане, в его создании активное участие принимают финансисты, знающие особенности кредитного рынка, наличие свободных капиталов, риска данного бизнеса. При втором подходе инициаторы бизнес-плана сами его не разрабатывают, а выступают в качестве заказчиков. Разработчиками бизнес-плана являются фирмы, специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские коллективы или отдельные авторы. При необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. В процессе разработки бизнес-плана учитываются следующие условия. Первое. Заказчика бизнес-плана, являющегося самостоятельным инвестором или использующего привлеченный капитал, интерес которого реализация проекта и получение дохода. Второе. Инвестора, интерес которого возврат вложенного средств и получение дивидендов. Третье. Это потребители, использующих продукцию, интерес которых является удовлетворение потребностей в товарах. И четвертое. Органов власти, определяющих потребности и приоритеты развития бизнеса, основная цель работы которых – это удовлетворение общественных потребностей. В наибольшей степени бизнес-план используется при оценке рыночной ситуации как вне фирмы, и так внутри нее при поиске инвесторов. Он может помочь крупным предпринимателям расширить дело с помощью покупки акций другой фирмы или организации новой производственной структуры, а также служит основой для формирования общегосударственной стратегии планирования. В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по форме, содержанию и структуре и так далее. Наибольшие различия наблюдаются в рамках модификации бизнес-планов в зависимости от назначения по бизнес-линиям, продукции, работы, услуги, технические решения и по предприятию в целом, по новому предприятию или по действующему предприятию. Бизнес-планы оцениваются перспективной ситуацией как внутри фирмы, так и вне ее. Он особенно необходим руководству для ориентации в условиях акционерной собственности, так как именно при помощи бизнес-плана руководитель компании принимает решение о накоплении прибыли и распределении части в виде дивидендов между акционерами. Этот план используется при обосновании мероприятий по совершенствованию и развитию организационно-производственной структуры фирмы, в частности, для обоснования уровня централизации управления и ответственности сотрудников. Мировой опыт свидетельствует, что бизнес-план – документ, общепринятый большинство стран с развитой рыночной экономикой. В нашей стране понятие «бизнес-план» появилось в начале 90-х годов, и с тех пор прошло своеобразную эволюцию. Первоначально бизнес-план рассматривался лишь как инструмент, позволяющий привлечь иностранные инвестиции. А на сегодняшний день же необходимо составление бизнес-планов осознанно на государственном уровне и используется для обоснования деятельности всех предпринимательских структур.